огромный привет! Сегодня у меня в гостях Настя. Угадайте, для чего? Попытка номер 100. Как вы понимаете, предыдущие 99 увенчались тем, что Насте приходится приходить в сотый раз, и мне кажется, этот процесс не остановить. Ну, нам просто интересно болтать, разговаривать обо всем, делиться опытом. А до шкафа уже руки не доходят. Ну да. Конфеты, опять-таки, у тебя всегда есть. Да. Смысл такой, значит, мое пожелание, чтобы Настя из имеющегося шматья, которая хранится в гардеробе, собрала приличные образы, в которых бы я не была ни скучной, ни какой-то вычурной. Ну, не дитём. Не дитём, да, и не подрост. Ну, в общем, чтобы в каждый лук он нес в себе какое-то достоинство и яркость, мне почему-то хочется. Вот так. Чтобы еще легко это воспроизводилось в жизни, чтобы ты не тратила полдня на создание этого лука. Мы же не на красную ковровую дорожку собираемся, чтобы это так, как в ТикТоке. Тынц, и все. Еще у меня есть проблемные вещи, которые Настя порывалась выбросить. Ну, кто бы ей дал, как бы так. Если я это люблю, то я буду носить, даже если понимаю, что ну немножечко отстойно. Вот. Мне хочется, может быть, максимально вытянуть эти вещи на какой-то уровень, чтобы было не сильно стрёмно, насколько возможно. Я немного пока я пущу моль, микромоль, которая сожрёт их, да. Ну не, они не шерстяные. Ну, короче, в общем, сейчас все увидите сами. Так, поехали. А тем временем Настя изучает содержимое шкафа с обувью. Так, я как врач. Легкий передоз Луитона. Передоз Луитона? Легкий передоз. А что там? У меня три пары. Нет, три пары это из не такого большого количества пар, потому что из серии... Если в детстве не было велосипеда, то что это значит? Что его в детстве у тебя не было. Даже если сейчас у тебя 20 велосипедов. Да, надо поэтому это отыграть. Алёна, пока давай на Луи Виттоне остановимся. Ну, то есть вот из скольки пар? Раз, два, три. Там еще, по-моему, 4. Нету. Всего лишь 3, но 3. Это... Ну, много, они почти узнаваемые, да, и одинаковые, получается. Ну, да, допустим, даже вот эти вот уже поднадоели. Ну, а что с ними делать? И как бы я их купила, буду донашивать. Ну, буду донашивать. Ну, вот эти, ну, из серии, понятно, пусть будут, да. Мои любимые Баленсиаги, да? Да, здесь. У меня, кстати, 2 Баленсиаги, еще есть разноцветные вот такие. Вот, как-то. О, не заметила их, кстати, тоже вообще прикольные. И ты знаешь, вот эти вот, они нисколько не стоят, они мне очень нравятся. Блин, они стоили 8 косарей. Сраный Страдивариус с дермантином. Мне до сих пор же ободают. Так они говорят, что визуально они мне очень классные. Нравятся. Да, они очень я их ни разу не надела. Они у меня уже год стоят, и я не могу их обыграть. Обидненько, будем с ними играться. Вот, ну, из всех... Ну, вот эти вот, понятно, эти такие, как моднючие все-таки. Сейчас еще, да, то что... Они тяжелые, они сейчас в коллекции. А вот я, кстати, тоже не ношу. Я их в прошлом году два раза. Купила на Новый год себя. И с платьями можно, Я из Бадфорд не вылезаю. Мне очень нравятся высокие сапоги. Они вот там вот у меня. А давай-ка с обувью разберемся. Ой, сейчас прощемлю тебя. Всего-то три. Да. Не, ну как Бадфорд, ты ничего, ну хорошо. Потом вот... Это такой грубый, кстати, мне нравится круто. С каким-то, сейчас знаешь же, очень модным вязаные, грубые, трикотажные платья. Что у нас? Габанка. Dolce & Gabbana. И будет круто смотреться с такими объемными свитерами, трикотажными платьями. Они вот так вот гармошкой, да? Ну, вообще нет, они почти прямые. Ну, просто свободные, как кот в сапогах у них. Ну, вот с длинным свитером, знаете что, только проблема, когда ты надеваешь длинный свитер, ты поднимаешь ручки, и у тебя начинают виднеться колготочки. Поэтому под такие длинные, короткие, точнее, платья, я подеваю коротенькую юбочку, такой вот маленький. Секрет. А, и поднимаешь свитер, а у тебя там есть. Да, а у меня ничего не видно. Вот эти прям крутые. Вот эти прям крутые, но мне в них... Мне нравится дизайн, но мне не нравится качество. Ну, да, но они кожзамовские. Ну, кожзам бывает разный, потому что именно вот этот вот питон, видно, что не питон. Ну, то есть для фото прикольно, а для жизни...
Есть же много всяких разных брендов недорогих, которые хорошие в отфорте. Ой, вот это клево мне нравится. Мне подписчики зачморили, кстати. Почему? Они сказали, выглядят как бабушкины панталоны. Дживанши. Да. Ты смотри, с чем носить. Ну, типа, вот это на ноге, они просто еще не ровно, они сборятся. И они, ну, не в натяжку, немножечко они сползают, и как ну, плотные колготки. А ты на джинсы носила? Не, я с юбкой. Надо попробовать на джинсы, может быть, на джинсы они не будут сборить, на такие именно облепонные. Есть такие скини. Пейдж, именно скини, пейдж. Мы тоже понимаем, как вещь смотрится просто так, и как она смотрится живьем, потому что иногда, вот часто... Лампасы. Смотришь так, прекрасно, надел на ногу, это не лампас, это зигзаг. Просто сапожки. Ну, просто сапожки. Благо у тебя такая нога, что тебе норм, но я такую обычную длину не покупаю. Да, странная длина. Длина странная, да. Ну, и они, получается, джинсы многие подскакивают в них. Их вот. Можно укоротить. А так, кто же этим будет заниматься? В смысле, кто? Ремонт обуви? Нет. 300 рублей. Я их не да, ну, тут, я думаю, сильно дороже. Ну, 1000 рублей, но хоть будешь носить. Потому что это очень странная длина. Девочка 1,80 м, которые модели, на них такая длина прикольно смотрится. Это кое, это же что-то из прошлой жизни, да? А, что-то да. Я себе заказывала черные и коричневые, в итоге... Так они обычно смотрелись, черные я подарила, коричневые оставила. Ты мне, по-моему, даже сама говорила, коричневые оставь. Нужно как... смотреть с чем, но пока непонятно с чем. Сейчас же очень актуально вот именно прямой сапог. Туфли, которые ты не носишь, ты для фотка, я каблуки не ношу. Да, почему-то, потому что лениво. Да, лениво. Лениво, вот эти отстойные. Почему? Лодки обычные. Ну, у них только под какой-то конкретный, ну, то есть... На голую ногу. Ну, на голую ногу, но под конкретный аутфит не так просто с цветом. Цвет достаточно сложный. Это не... Если ты хотела купить двое лодок и на этом все, то тебе придется купить еще одни, потому что черный у тебя есть, ладно, а это... отдельного цвета. Цвет. А, ну, я все равно не ношу, так что... Ну, немножко пусть лежит, да. Так, это что? Ой, класс. Ну, я их тоже, правда, не ношу, но когда-то им уже 3 года. Ну, то это, кстати говоря, мне они очень нравятся с какими-то объемными такими платьями, с ремнями на цепях. Да. О, да, под хулиганью. Ну, под... наверное, из-за каблука. Мне просто а что? Нет... Он же удобный каблук. Ну, блин, это для меня too much. Я так не... привыкай. Не хочу. Зачем? А купила зачем? Нужно пару раз надеть не буду. А вот когда... там, смотри, а вот эти носишь, тут не, есть ни каблук. Разу не носила. Вот эти ну, вот купила, из-за каблука. Купила, значит, душа хочет. Надо попробовать хотя бы раз. Ну, попробовать, да. Я просто в них потом, знаете, домой просто как вот эта подбитая это кляча сначала. Возвращаюсь и думаю, будь все проклято. Девочки, ну вспомните, по-любому. Как мы первый раз на каблуки становимся, как мы делаем первые стрелки, первый раз делаем красную помаду, думаем, ну как же, а потом вообще с закрытыми глазами стрелку, и вот без зеркала красную помаду. Ко всему привыкает человек, никогда не будет удобно так же вот в таком каблучке, как и в кроссовках. Никогда. Вот она, паркуа он нужен тогда. Что-что? Зачем он нужен? Кто? Каблучок, если в нем не так удобно, как в кроссовках. Для красоты. А зачем все эти фитюльки? Вот это удобно, понимаешь? Ты вот надела фитюльку, удобно тебе. А зачем тебе? Вот это все? Все это для красоты, все это красота? Короче, она ты за каблуки, даже если приходится терпеть. Я не считаю, что нужно терпеть, да, у меня есть каблуки, которые на выход. Вот если я вам потом покажу, если не иду на пипец какое мероприятие, у меня длинный комбез, пол там ничего не видно, я хочу быть просто 1,90 м, его не видно, но это специальные туфли, неудобные, но я в них, ну в смысле не то, что неудобные, самые удобные из неудобных. Но я в них себя так офигительно чувствую, что для фото. Естественно, когда мы пускаемся в пляс, мы приобуваемся, мы разуваемся. Но вот до этот момент они у нас существуют. Да? Посмотрите, ковровые дорожки. Это ходибельный каблук. В этом можно скакать. Вот в этом можно скакать. Вот в этом можно скакать.
Я не хожу сейчас на шпильки. В 2012 году это была вообще норма. Все бегали на шпильках. Это как, знаете, такой эгрегор был. Комьюнити женщин, которые ходили до 2000-е. Uh-huh. 2010-е. Сейчас время изменилось. Но просто тоже вот лениться... И... Вот я в университет, я помню, ходила на каблуках, когда я влюбилась. И я помню, что я на обратном пути даже заходила в магазин, и я вот так вот раком стояла на кассе, чтобы как-то с ног убрать тяжесть. Просто на руках вот так ну, вот. Да. Но зато я в универе вот такая вот вся была. Сейчас мне не хочется повторения этого плачевного опыта. Вот эти крутецкие вообще. Ну, мне тоже мне нравится. Мне очень не нравится. Но я их тоже не ношу, потому что у них очень много металла, и как-то, мне кажется, чересчур. Нет? Ну, просто не надевать другого большого количества металла везде. Даже либо сюда, какой-то... да, думаешь, подойдет? Сюда. Я бы сняла этот пояс. Пожалуй, точно. Ну, я бы поколдовала. Но тапки супер. Да? Да. Вот у меня огромный... Вот я покупала, потому что мне нравится, и потом не ношу. Но нормальные люди делают так. Ножки еще, Ален. Вот. Это вот снова в этом я. Вот что вообще не ходишь только для фото. Да. Но смотри, вот когда ты фотографируешь на фотосессии, что же обман? Ты же фоткаешься на каблучках. Почему? Это красиво. Красиво, да. Я понимаю, что я круче выгляжу, ноги у меня длиннее. И я худею на 5 килограмм за счет просто прибавления даже роста. Но это мучибельно. Кто не говорит на детскую площадку так ходить, но когда какие-то мероприятия, когда выходишь в ресторан. Мне не бывает, я не хожу в рестораны, на мероприятия. У меня трэш-обзор-качалка. Надо это исправлять. Я говорю, ну когда ты выходишь... В ресторан красивый. Это специально для ощущения собственного. Да, это так приятно устроить себе повод. Также прикольно одеваться на Новый год. Но это же такая игра. Сегодня ты мама, но веселая, красивая мама. А завтра ты сама себе устроила красный ковер, устроила с мужем свидание. Просто тебе нужно либо как сейчас сделать костюмированное дни рождения. Как у меня сегодня день рождения, я иду к моей подружке. Дальше потом, может быть, не знаю, покажу фотку. Вот мы идем black tie. Вот на мне комбез в полной, вот они сережки, у меня укладка, у меня. Я так, естественно, не хожу. И да, все мы думаем, блин, зачем нам все мучиться, у нас у всех работа. Но потом мы будем с таким удовольствием вспоминать о том, как мы, да, искали, но нам было так классно, мы все выйдем из салонов, или кто-то будет собираться сам, и это будет совсем другое ощущение, это будет совсем другой кайф. И это все делается ради этого. Угу. И забываются все муки от вот этих каблуков, удовольствие перевешивает. Вот. А если у тебя удовольствие, но без каблуков? Как быть? Удовольствие без каблуков, если ты получаешь. А ты сначала попробуй полнейшее удовольствие от, с каблуками. С каблуками от полнейшего Оскара. Оскар – это не каждый день. Оскар, но он случается. Оскар, да, назовем его так. Он особый случай, да? Да, там день рождения, Новый год, день рождения брата, свата. Кто-то любит, кто-то нет, а кто-то не ходит. Не потому что не хочет пойти, а потому что не знает, боится, стесняется. Сколько я слышала отказов, когда я кого-то звала, мне говорят, ой, я заболела, ой, я прихворнула. И это полное вранье. А если ты пересиливаешь себя, ты действительно уверен в том, что ты сногсшибателен, то это, я видела эти фотографии, вот все пляшут. Ну, хорошо, это про особый случай. А если мы говорим про каждый день? Вот. Не надо на каждый день, не надо каждый день ходить на каблуках. My humble opinion. Казаки, я вот на таких... Охренеть, я на таких даже... пришла. Это удобно. Это привычка моя такая. Ага. Если бы я каждый день ходила в чоботах и в угах, я бы, естественно, мне было сложно потихоньку, но не доводя этого до безумия. Естественно, когда ты видишь девушку на 12-сантиметровой шпильке в метро, понятно, либо это максимализм, я тоже так делала, мне хотелось.
либо как бы, ну, об этом можно многое сказать. Тоже мне нравится, это Страдивариус, кстати, кожаный, с косом под Клоэ. Да. Но тоже из-за каблука, то есть все, я дохожу половину дистанции, потом я готова пойти обратно. Это она сила, вот они крутые, но вот эти я обожаю, но они, видишь, на низком каблуке, я их поэтому ношу, и они мне очень нравятся. Очень большая разница, просто вообще... Ну, вот серьезно, вот эти мне легко, и то я чуть устаю, эти сложно. Это тоже я их люблю. Но люблю, но не ношу, пусть они мне греют. Да, я помню. А почему? Они очень круто. У них вокруг щиколотки, вот этот черный ремешок. И они вот эти вот брыли мне не нравятся тоже. А, ну это, кстати, я ни разу не надевала. Вот я купила как дежурный каблук. Дорогие дамы, светлая замша очень... бесполезная в России вещь, превращается в непонятный цвет спустя два выхода. Ну, просто, кто носил светлую замшу? Ну, это, смотри, я их, во-первых, ни разу не надевала, вот. Ну, и, во-вторых, они у меня как дежурные, просто женственная рюшечка такая, Америка. А вот это секси-шуз. Вот эти мне тоже очень нравились. Это секси-шуз. На Алёниной красивой щиколотке, если она захочет куда-то сделать цок-цок, да, они прям классные. Да, я даже их носила ножку, прям. И они держат ножку, что прекрасно. Вот это что-то модненькое. Это о, что-то это за косом тоже... под Диорчик. Да? А, тоже ни разу не надевала. Из-за того, что их надо на голую ногу. Вот. Но они мне тоже нравятся. Так, ну мы сейчас не будем с тобой из-за этого, объективно говоря, составлять комплекты, потому ну, да, что у нас зима. Осень. Форма вот этой лодки мне не нравится. Это какая-то недолодка. Почему? Недолодка. Недостаточно острая? Недостаточно острая. Ну, в общем... Немножко в спинарске. Мы можем... Нет? Если они к чему-то подойдут, быть может. Но пока нет. Это нравится, это нравится, это нравится, это нравится. Это куда-то точно пойдет, потому что серебристые. Это пока не нравится, фиг знает. Может быть, куда-то бабахнет. Это просто красные лодки, это просто... Ну, я купила тебе какие-то классные ботфорты. Давай, я ботфорты с удовольствием классные купила. Классные ботфорты, сейчас вообще их много, да потому ты что... Да ты чё, я не нахожу классные. Какие-то все отстойные, либо она очень грубая подошва, мне не нравится. Ну, это но потому что модно сейчас очень да, грубая ну вот подошва. Мне бы лучше такое, чтобы в следующем году тоже в это можно было ходить, и не было видно, что они прошлогодние. Вот хорошо. Эти мне Esto no me gusta, только вот в формате вот так. Вот так вот. Они ногу коротят. Я бы их отрезала. Блин, ну... Давай их рядышком вот так вот складывать. Мы вот складываем, но мы их отрежем. Вот это вот вообще... Мне нравится, но они классные. Они примерь, круто на ноге, охренительно. Ну, примерь, давай. А ты их хоть раз носила? Не носила из-за каблука. Мне кажется, я в них устану. А мне не нравится, как они горят. И мне не нравится вот это вот сбоку молния. И мне не нравится, что это смотрится дешево. Не, мне прям нравится. А ты их прям вот видела и заказывала? Нет, я через... на ИСС заказала онлайн. Интернет. Не видела, да. Просто когда кожа, она себя по-другому ведет. А эта кожа молодой клеенки, она ведет себя совсем иначе. Я бы их не носила, но я, мне кажется, я буду носить. И вот эти вот даже вырезы. Ну, мне так свои ножки нравятся. Такие прям. Мои твои ножки мне очень нравятся. Мне нравятся больше, чем без них. Мне твои ножки нравятся больше без них, чем в них. Здесь все сборит. Все сборит. И вот это вот. Ты понимаешь, то, что вот на тебе может быть хорошая, дорогая сумка. У тебя может быть офигенный аутфит. Что-нибудь еще. И вот эти ботфорты, которые испортят усе. В каком смысле они спорят? Ну, все ну потому что они дешево стоят. Да потому что они плохо смотрятся. Ну, они плохо они смотрятся. Но они плохо, дешево смотрятся и дешево стоят. Я 500 раз говорила, это совершенно разные вещи. Юбка недорогая, смотрится хорошо. Но тебе не нравится, что они сборят? Мне не нравится, что они сборят, и материал, из которого они сделаны, как смотрится этот дерьмантин. Так, давай... Из-за того, что они серые, не очень легко комбинировать, мне кажется. Ну, ничего страшного, можно купить, к примеру, серые колготки. Есть у меня. А мы вот заодно как раз таки. А давайте сравним. Ага, а давайте сравним. Сейчас у нас вспышка сквозь ключ.
Я говорю, что вот эти вот хорошо смотрятся на Алене, а вот эти вот... Ну смотри, никто так не рассматривает, прям не липнет по 5 сантиметров. Не, мы с тобой говорим разве про видео? Я тебе говорю про жизнь. Я тебе говорю про жизнь, что я же в жизни сижу человек. Я тебе могу их снять, вот эти вот ботфорты, которые вот эти, я тебе их могу снять красиво, на фото. Но в жизни нет. А вот эти в жизни хорошо. Я говорю, будет клево смотреться с трикотажными объемными свитерами, платьями. Я просто не ношу трикотажные объемные свитера, платья. Ну, может, надо просто себе попробовать это? Который не в облипон, а объемный, достаточно тоненький. Быть может, чтобы там он, знаешь, спадал. Там. Сейчас это очень модно, поэтому их хоть много. Ну, размер. А, 39. Ну, 38-39. Ну, 30, попробуем. 39 большие мне обычно, но я беру 39. А, ну, слава богу, у меня просто 39-40. В общем, Настя меня учит надевать как? Вот такие сапоги. Она говорит, мука. Да, они из очень плотной эластичной ткани у нее, голенища. Да. А у меня еще и подъем высокий. Заворачиваем сие великолепие. Встаем. Стоямба. Оп, тянем, потянем. И вот так. Оп. Я могу туда просто не попасть из-за того, что у меня подъем папин. Видишь, застряла. Слушай, а у меня тоже история, я поэтому тоже их не ношу. Потому что я как представлю... А, может, у тебя тоже подъем его папы? У меня подъем высокий, да. И у меня подъем высокий. Но обычно вот я так же мучаюсь. А снимать их надо Сережу звать. Да нет, Сережа. Займи моего. Далеко ехать. Мой подъем не лезет. И нужно самое главное втиснуть вот в эту штучку, вот так. Ну, слушай, оцени их вообще, вот как тебе они выглядят? Ну, на моей ноге это выглядит. Что-то не то. На моей ноге это... Ну, вообще, вот чулочную часть оцени. Смотри, у меня вот здесь шире, оно мне, видимо, здесь будет очень расширять в широких и так местах. Это нужно... Но у меня худые там ноги. Но у тебя на худых ногах по-другому. У меня икры худющие. У тебя икры худющие. У меня другое строение тела. На мне это будет, как, знаешь, подарила подружка, хотела сделать приятное. А в итоге я сижу и плачу. Чтобы оценить, давай надень что-то. Да я не хочу мучиться сейчас. Ну давай, ладно, одну. Давай, учимся вместе. Как продавцы в ЦУМ. Они же, им самое главное продать. Ну вот да, по максимуму. Видишь, вот так вот. Ну это реально. Поехали! Это какой-то гардеробщик. Знаете, как раньше эти были? Все, я, короче, в них вот и поеду. А если ты потом после... А как ты после треньки будешь их одевать? Ты будешь материться? Ты будешь материться просто громко-громко. Мне не нравится вот здесь. Охрен его знает. Оно, наверное, тоже должно расправляться. Встань-ка. Да я посмотрю. Сейчас. Занимались твоими сапогами, я сама устала. Мне не нравится, как они сидят внизу. А если их вот так вот гармошкой? Ну, то есть, чтобы как будто это специально. Кагетры, если. Получается полная хреновость. Ну да. Должно прям так. Ага. И все. То есть вот нижняя складка. А как его можно, интересно, распрямить? Нижнюю складку. Распрямить нижнюю складку. Единственное, что я вижу, это можно ли сшить. Санька. Ой, если туда что-то сшить, оно же не налезет вообще. Вот. Можно ли их вот здесь расширить по шву, вставить еще что-то. Угу. Вставить вот здесь резиночку, к примеру. Если можно вшить резинку, то прикольно. Этот вот залом. Если можно их таким образом спрости, но если говорить про приобретение, эта вещь является приобретением года, то нет. Ну, уже купила, жалко просто их. Спроси, можно ли вставить резинку сзади. Ага, причем ну будут они висеть на мне, что с ними делать? Они не могут висеть, тут такая плотная резинка. Угу. Ну я их просто только вот так вот ставлю, но особенно если они типа замши. Прям мне кажется, что они убьются, если они будут на боку лежать. Алена, это жесткий разбор, другого быть не может. Когда разбор идет, ничего не щадится. Ни Живанши, ни Кристиан Диор. А иногда бывает, что какие-то
тапки, которые без названия, оказываются вообще звездой. Но... их можно даже ровненько поставить. Мы их ровненько будем носить. Но мы приходим в шкаф, где есть ба-ба-ба-бам, Луи Ватон, и Алёнина сердце начало биться быстрее, потому что а вдруг? На самом деле я свое отношение к Луи Витону пересмотрела. У меня был такой прям какой-то период резкого отрицания. В последнее время мы много клиентам покупали, и я начала по-другому смотреть на качество вещей, где-то на... Никогда Луи Витон чихнул на тебя полностью, как я на Яну Рудковскую, да? А когда действительно там класс, какое-то платье с интересным дизайном, где Луи Витон не кричит, а шепчет. Вот мне такие вещи нравятся. Но все, к черту лирику. Смотрим, что у нас здесь. Вот это была у нас прошлогодняя коллекция. Выставляется еще сейчас, актуально по сей день. Грубо можно носить опять-таки с трикотажными, актуальными сейчас платьями, с мини-платьями. Поэтому мы их оставляем 100%. Я по-прежнему люблю вот эту вот старую модель Balenciaga. И Алена их любит. Мне еще очень нравится, как они смотрятся с какими-то колготками из серии «Колготки в точечку». Угу. Какие-то такие прикольно. Мне очень нравятся эти недорогие Страдивариус ботиночки. Вот из серии, что не всегда дорого, значит, хорошо, не всегда, что дорого, хорошо смотрится, и наоборот, они прикольные, я уверена, что они будут хорошо смотреться с большим количеством аутфитов. Да. Несмотря на то, что, да, казаки уже не так актуально, как в прошлом году, к примеру, но все равно мы их носим. Так, это у нас, ты говорила, Balenciaga? Лагерфельд. Это я как беговые просто себе покупала, но в них насала кошка. Я так знала, что сейчас будет какая-то такая история. Но я их отмыла. Ничего страшного, я в них тоже хожу. Смотри, знаешь, что они вот такие вот драные, тут что-то написано, тут что-то будет отваливаться. Это прикольно. Они должны быть такие. Да, эта эстетика мне нравится. Вот эти, кстати, с этим шкафом, ты видишь, у нас отношения другие. Здесь получше, да? Здесь получше. Эти мне тоже мама нравится. Кстати, это. На распродаже за 3000 я купила. Да. Хотя они кожаные. Кожаные? Да, натурально кожаные. Да, они классные. И, в принципе, если их чуть-чуть... если их даже реставрнуть, да, если придираться, вот эти вот моменты, сделать им пластическую операцию, это будет хорошо. И они на ножке должны хорошо смотреться. Едем дальше. О, смотри, грубых ботинок у тебя просто куча. Больше их покупать не надо, я бы купила высокие... Да, я ботфорты купила. Ботфорты нормальные. И высокие сапоги с широким голенищем. На твоей ноге это будет смотреться красиво. Это тоже вариация на тему. Да, Balenciaga. Да что, вот тебе нравится? То есть у тебя очень много всего нативного. Но я раньше больше любила грубо, а сейчас я люблю прям ботфорты. Люблю не могу. Ну, и нога в них более секси, кажется. Да, да. Это уже понятно, их до сих пор продают. Понятно. Я бы, знаешь, я бы их не продавала, потому что... Ну, дала им отлежаться. Ага. Потому что пройдет энное количество лет, и они будут смотреться круто. Угу. Вот из этой серии. Как сейчас мы достаем коллекции 5-10-летней давности. И это лучше, чем продать их за 3 копейки сейчас. Вот это... Я хожу, прям мои беговые. Твои беговые, они мне нравятся. Почему там меньше всего? Да. Да, меньше всего они мне нравятся, но ладно, опустим эту тему. Это вот актуальная история сейчас с носочком, как бы, и тепло можно, и... А это отстегивается? Нет, вроде нет. Жалко, я просто люблю, когда есть история про трансформеры. Но они тоже тяжелые, честно говоря, ну, и они тоже могут носиться и со скиниками, и с короткими юбками, и с платьями трикотажными объемными, которых у тебя нет, скорее всего, но тебе понравится в них ходить 100%. Это вот такая вот Balenciaga, уже более яркая.
Тут уже нужно думать, прежде чем их надевать. Это не так легко, скажи, да? Угу. Как но те. Они зато, видишь, или в них любые какие-то потертости, они будут не видны. Да. Я бы подумала еще по поводу колготок, с какими колготками их носить. Я вот думаю, если бахнуть какие-то яркие колготки да. туда, это будет смотреться круто, зерзенько и секси. Вот это. Люблю. Мне они тоже нравятся. Мне они тоже нравятся. Они как будто бы и из детства, и из будущего, и на ноги должны быть удобно, и плюс то, что белые, они должны еще удобно, точнее, чиститься и мыться. Угу. Другой вопрос, с чем ты их носишь? Я их со светлыми джинсами носила. Белые джинсики. Я бы их носила с плотными колготками и какими-то платьями. Угу. Короткими, объемными. Так, а вот. Это уже просто так не поносишь, когда это было супер актуально. Я бы это подумала, прежде чем надеть, не избавлялась. Можно это вкусно, красиво подать. Но уже делать себя девочку из 90-х не стала. Вообще так их люблю, но они что-то так убились. Mm-hmm. И я уже просто их реставрировала. Да. Я бы тебе рекомендовала обратить внимание на новую модель Christian Dior. И тебя оставить, не избавляться, а посмотреть на то, что появилось сейчас, на те, которые похожи на космические корабли. Это я хотела, кстати, себе кеды, кеды будут более долговечные. Ну, то есть я не буду избавляться, потому что пока носите. Uh-huh. Если говорить про Dior, то глянь новые Dior. Кроссы однозначно, они очень удобные. Я много раз покупала. Девчонки мои, которые покупали, в восторге. Они смотрятся как космические корабли. Еще мне одни понравились не попсовые. Tom Ford еще и дешевле они стоят. Надо да, посмотреть. Ну кроссы я бы... Ну, я что-то не ношу кроссы, только если гуляю с мелкими. Либо вот в магазин куда-то выбежать. Ну, то есть по своим делам, когда прям надо как мышка. Надо что-то придумывать, чтобы куда-то ходить. А вот ходить я люблю в ботинках, в ботфортах. Ну что, ребят, как вы догадываетесь, комплект мы не позаставляли, потому что разобрали обувь. Это тоже большое дело. Я рада, что теперь мы определились, в общем, что нужно. И, в принципе, обувь-то тоже в составлении комплектов участвует, да? И в следующий раз нам эта информация пригодится, что у меня есть. Ну, дорогая, я тебя прошу, умоляю, не покупай без меня. В том смысле, что если что-то... Ты мне покупаешься раз в месяц, я не могу раз в месяц. Да ты фотку мне пришли. Да, бывает, что ну, уже в процессе носки, ты понимаешь, что это тяжело. Ну да, я вот к чему, потому что мне иногда не схватить, это тоже результат. Давай я тут встану, а то в два раза больше тебя. Но хорошая новость в том, что значит нам опять нужно будет встретиться с Настей и снять для вас новый выпуск. Но я как к этому отношусь, что в каждом куча полезной информации, в конце концов вообще услуги стилиста стоят кучу денег. То есть это не дешевое удовольствие. А Настя тут бесплатно делится классной информацией еще на моем примере. То есть вы видите, что было до, что во время, что после. Не, Алена реально человек, которая постоянно совершает какие-то покупки из серии... Хочется, купила, нафига купила, зачем купила, кажется, нормально, потом пришла, не ношу. Чтобы не совершать плохих покупок, я создала очень простой, недорогой продукт, который называется шопинг-страница. Такое у нас шопинг-сообщество, где я каждые 2 дня делюсь находками из реальных магазинов. От масс-маркета до люкса. И вот каждые 2 дня мы выкладываем и видео, и ссылочки, и картиночки всего самого лучшего. Допустим, вот это платье, натуральный материал. Хлопочек. Вискоза. Стоило 3000 рублей, было найдено мной в H&M. И таких находок там просто 1 000 000. Платишь 2500 рублей, подписка у тебя на год, и там еще и марафон, и постоянно еще я дарю уроки по макияжу, по прическам, в общем, кладезь полезной информации. Ссылочку оставлю в описании. Все, целую вас. Пока-пока-пока. Наши встречи не случайны, где бы мы не пересекались, с кем бы мы не болели, найду.